Прошел год с момента предыдущего Интерполитеха, но российским инженерам в очередной раз есть чем удивить. Каждый стенд – большая отдельная история. У Росгвардии также есть свои ноу-хау. На выставке специалисты представили разработку, которая уж точно не понравится ворам и грабителям. А задержать их на месте преступления, к тому же, станет гораздо проще. На Интерполитехе Росгвардия представила свою новую разработку, так называемый «Туман безопасности». Представьте, что я вор-домушник, который пытается проникнуть в помещение. И смотрите, что со мной здесь произойдет. Как мы видим, едкий дым, который полностью окутывает помещение, срабатывают стробоскопы, и к этому добавляется также шумовая сигнализация, которая полностью дезориентирует злоумышленника. Дым абсолютно безвреден, но он настолько густой, что обеспечивает полную дезориентацию в пространстве. Добавьте к этому светошумовую сигнализацию, и преступник будет практически в шоковом состоянии в попытке найти выход. Полиция уже выехала к вам. Не пытайтесь самостоятельно покинуть помещение. Данная система может применяться на охране любых объектов, начиная от квартиры, как вы правильно говорите, дачи, и заканчивая какими-то крупными объектами, как то хранение боезапаса, оружия.